Ярмарка социальных услуг от краснокрестовцев развернулась в одном из самых многолюдных мест – парке 1 мая. Мероприятие призвано привлечь как можно больше внимания горожан, ведь цель – популяризировать волонтерское движение. Работало несколько интерактивных площадок, центр искусства йоги и скандинавская ходьба как пропаганда здорового образа жизни, мастер-класс по обучению навыкам оказания первой помощи, услуги волонтеров-парикмахеров, отряд быстрого реагирования. Это лишь часть направлений деятельности, фундамент которой – волонтеры. Волонтеры – это сердце нашей организации. Если бы не волонтеры, то силами сотрудников мы не смогли бы оказать помощь уязвимым слоям населения. И вообще всю свою деятельность, которую мы осуществляем, это благодаря волонтерскому движению. Эти милые девушки – больничные клоуны. У них нет медицинского образования, оно и не обязательно, ведь помощь может быть разной. Угостить маленького пациента сладостью, показать шоу мыльных пузырей или просто поговорить. Когда ты приходишь к ним и начинаешь просто хотя бы с ними разговаривать и дуть мыльные пузыри, они настолько насыщаются этой энергией, вот этим заряжаются этим теплом, которое исходит и от тебя, и от них, и у вас сплетаются ваши вот эти вот все эмоции, это вообще просто взрыв. Ты чистишь себя, потому что, ну, эта доброта, которая в тебе просыпается, она наполняет тебя всего без остатка, забирает, и это замечательно. Привлекают внимание к волонтерскому движению его создатели ежегодно в рамках месячника. Краснокрестовцы призывают в свои ряды и особо подчеркивают, помощь может быть разной. Главное, чтобы было желание и шло от сердца. К нам обращаются различные люди разных категорий. И, конечно же, мы стараемся помочь каждому словом, делом, какой-то работы, может быть, перенаправлением куда-то в другие, тем более у нас очень много разных соглашений с другими структурами. С каждым мы сотрудничаем, и это реальная помощь нашим людям. Виктория Сащенко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.